Всем добрый день! Сегодня 18 мая 2023 года. Мы находимся в Волгоградской области, в Светлоярском районе. Культура, о которой сегодня пойдет речь, это томаты открытого грунта. Растение томата было высажено в открытый грунт 2 дня назад. Смена тепличных условий на открытый грунт – это всегда большой стресс для растения. Переувлажнение, резкие перепады дневных, ночных температур – все это в целом негативно влияет на культуру, и этим могут воспользоваться грибные патогены. На данном этапе развития культуры наиболее уязвима корневая система. Поэтому, чтобы уберечь растения, мы рекомендуем применять фунгицид Юниформ. Юниформ вносим на глубину корня обитаемого слоя растения с помощью капельного полива. В итоге, на раннем этапе развития растения корневая система находится в безопасности. Дорогие друзья, справа от вас находится опытный участок, где мы будем вносить препарат Юниформ. Слева от вас будет контроль без внесения. Итак, мы внесли препарат. Предлагаю вместе наблюдать за вегетацией томата. До новых встреч!